с определенной, за определенную сумму денег, если получается, со стороны договориться. Это подъем на высокую мачту. Ну, то мы тут не только пьем, предлагаем, у кого есть возможность, скажем так, залезть и желание. Потому что, во-первых, на последних мачтах там уже руки отказывают, ноги отказывают, потому что устаешь. Подъем занимает, если нон-стопом, около 40 минут. Нон-стопом капля своя. Обычно надо готовиться. Какие вот есть? Есть проект хороший, дорогой. Да, обалдеть вообще. Можно в космос улететь. Если сильно заходить, можно в космос улететь. Некоторые участники, которые сюда уже давно катаются, у нас же большое сообщество, они говорят, что когда сюда приезжаешь, надо обязательно лизнуть Чернобыль-2, чтобы вернуться сюда еще раз. Я бы не стал. Thank you.